Наша армия входит в ваш город одной сопредельной страны. И что будет дальше? Турция, я описывал. Турция. А? Турция. Не надо говорить! Как не надо, Владимир Борисович? Не надо. Мы дружим с ними, дружим. Округа. Там Иран есть, там арабы есть, Израиль. Нет, нет, нет. Но вы специалист по Турции, там сидели в тюрьме. Вот. Поэтому здесь мы говорим мобилизовать гражданское население Новороссии, но они же не умеют воевать, вы можете понять. Мобилизовать надо специалистов. У нас полно обученных. В качестве добровольцев они уже должны быть там сегодня ночью.